Что ж, привет всем зрителям и подписчикам канала. С тех пор, как я закончил записывать предыдущую серию, прошел ровно... ровно один час. И в чем суть? За это время я успел снова оббегать то место на той горе и попытаться как-то прокачать персонажа или что-то сделать, дабы радиус действия пушки увеличился, но радиус действия не увеличился. И те валуны снести я не смог, дабы найти еще одну часть этого валона. Но, бродя по другим зимним локациям, чисто ради из интереса, я все-таки смог случайно найти одну из его частей. И, наверное, она последняя. Вот, то есть в интернете написано, что она находится в одном месте, а на самом деле она оказалась совершенно в другом месте. Вот, и если она реально последняя часть, то я получу секретного персонажа в свою команду. Вот такие вот дела. И я вам покажу сейчас это место. Фу. Если это так, то я буду просто счастлив. То, что я не ожидал в этом месте найти еще одну часть Авалона. Вот, такие дела. Ради интереса просто зашел ради плюшек, а там лежит еще одна его часть. Ну, это было для меня вообще просто бомба. Ну, и помимо этого, также я нашел в интернете, в великом гугле, информацию о том, что есть еще один секретный персонаж, и я его нашел практически в самом начале игры. Но для того, чтобы его получить, нужно его победить, а он довольно-таки сильный. Вот, и я с ним вроде бы уже сражался, но вне записи вроде бы. А может и на запись, я уже не помню. Ну, короче, это дракон. Вот. У нас в секретных персонажах, которые мы можем нанять. Так, это дракон. И я пойду тоже его одолею. Я уже попробовал его одолеть, у меня получилось. Вот. Я хочу показать, как для вас, как это будет происходить. Фух, так, ну что ж. Значит, насчет дракона и Авалона выяснили. Теперь по поводу персонажей. Вот как я одел нашу девчульку. Нам в магазине открылись королевские доспехи, и я на нее надел королевские шмотки и вроде бы королевский шлем. Ну или что-то наподобие. Сейчас мы это точно выясним. Вот. Да, тиара Митра и королевские латы. Ну и вот как это, собственно говоря, выглядит. Довольно-таки няшно, на мой взгляд. Так. Такие дела. Вот так вот выглядит наша девчуля. Ну а теперь сейчас мы посмотрим, как я сделал нашего пацанчика. А пацанчик наш — это вообще бомба. На него я напялил кровавые доспехи, которые тоже открылись в магазине. И также оружие, с которым я бродил в предыдущей игре. Вот, оно тут тоже является таким массивным. Есть еще массивнее, тоже меч, но он очень длинный и очень медленный на замах. Даже медленнее, чем топор. Ну или практически то же самое. Точнее, не топор, а молот. Вот, поэтому махать медленно, но наносить сильный урон — это не мое. Вот, баланс и нормальная относительная атака. Вот, я даже сказал, довольно неплохая атака по скорости. И урон тоже неплохой. Так вот. Вот он, каратель, щит удачи. Ну, так, ради интереса пусть стоит. Кровавый шлем и кровавые доспехи. Ну и плюшки в виде кольца и браслета. Все как обычно. Вот. Так, покрутим нашего перса. Получилось довольно-таки неплохо, на мой взгляд. Класс. Сам не ожидал, что так круто будет. Ну и поскольку у меня открыт портал, давайте вернемся на то место, где я нашел. Так, тут ничего у нас нет. Так вот, где то место. Тут у нас пушка работает, но это нам не надо. Вот, я просто решил побегать тут вокруг шахты, взять вот эти вот генераторы. Так, отключим, чтобы не лагало. Взять все эти генераторы. Так, успокоились. И решил забежать в этот домик, потому что подумал, тут куча плюшек лежит. Возьму их. Я зашел, и на тебе. Правая нога Авалона. Вот кто бы мог подумать. Я в гугле все перерыл,
Там было сказано, что нога находится именно на той горе, где я был. В южной ее части. Ну, я не знаю. Может быть, там что-то и есть? Но как бы я вроде бы и почитал, 8 частей Авалона должно быть, и 8 частей я как бы уже нашел. 3 части я отдал, 3 части нашел, и еще 2 нашел. Одну в тюрьме и одну здесь. Значит, сейчас мы пойдем и отдадим все части, и если я их собрал все, то мы увидим этого перса. Фух. Ну что ж, уходим обратно домой. Но за Авалоном я пойду в последнюю очередь. Сейчас я пойду... так, вот сюда. Так, сделаю быстрое сохранение на всякий случай. И побежали. Сейчас мы идем за дракончиком. Красивым дракончиком. Я возьму его. Так, вас я пропущу. И вас я пропущу. Потому что с вами сражаться, ну это как бы немножко... немножко не то. Так, ну вот он. Смерть же те, кто разбудит гору я. Не продолжай идти. Конечно, я пойду. Я принц в кровавых доспехах. Фу. Здравствуй, няшка. What is this thing? This must be Garyu. Да, это он. Так, все отлично. Иди ко мне, милый. Так, тихо, не попадаемся под его огонь, потому что огонь реально... Ну да, ну... Физика на меня не особо действует, вроде бы. А вот магия довольно-таки может меня ранить. Тихо. Подлечимся. Ай-яй-яй, это было больно. Так. Я одолею этого дракона. Однажды одолел и сделаю это повторно. Фух. This thing is tough as nails. I'm not sticking around here any longer. So, you're saying it followed you all the way here? Incredible. Yeah, that's right. And it didn't matter how fast I ran. I just couldn't shake it. Since you defeated him, it seems to me that he considers you his master. In fact, he appears to be rather intelligent. Well, he came all this way, so I'd feel bad making him leave. Since we have plenty of extra room, why don't we invite him to stay here? Конечно, конечно, конечно. Okay, but if he starts trashing the place, we're all gonna have to overpower him. So, what's his name? I think it's Garyu. At least, that's what the sign said in front of the cave. I suppose we'll be a new addition to our household then. Welcome, Garyu. Please, try not to run amok. I'm going out. Be good, Garyu. Ну, как-то так. Гарри теперь у нас здесь. Что ж. В команду я возьму его позже. Так, а сейчас я кое-что хочу сделать. Welcome, раньше этого сделать welcome. Не смог. You're coming here to find sweet да, вот. Deals on fine items, eh? I will show вот, you вот, some. Вот, many, вот теперь я это you. Сделал. I always appreciate your patronage. Фух. Так, и теперь Авалон. Авалон у нас
Авалон у нас в деревне Лактон. Пошли к нему. Ну, в принципе, далеко идти не придется. Ну что ж, посмотрим, все ли части мы собрали. Oh, yes. That's my spine, my rib cage, my pelvis, and my most important bone of all. Ah, you have the bones for my right arm. Ah, you have my left foot bones. Brilliant! You found my right leg bones. Ah, yes, my left leg bones. At last, my body is mine. Finally, I've been resurrected. Again, I am Avalon, the Golden Knight. Hey, Avalon, you say you're back, but to me it looks like you're just still a skeleton. This form will suffice. I knew I would never be human again. I am what is called the undead. It is a form not entirely different from that of a demon. A demon? What are you getting at? Fear not, young one. Although my form is similar to a demon's, my intentions are not. I only desire the blood of a human every now and again. Hey, that's sick! Please, don't get the wrong idea. Some time ago, I was once the Heritor. Even if I lowered myself to the level of a demon, I would never hurt a human. To this day, I have only mistreated two people, for which I am very sorry. And to tell you the truth, before I could violate my third victim, my bones were dismantled and sealed with a curse. I can't let the murderer of two people just roam freely. Who said anything about murder? Heavens no! I have never committed such a crime. I do admit that I sipped at their blood, but I only took a sip or two. The equivalent of a small cut or scrape. Gross. I will always be deeply indebted to you for resurrecting my old bones. If ever you should need my help, I will be more than happy to oblige. Так, ну отлично. Are you requesting my help? You already have two squires assisting you. I do not think my assistance is necessary right now. If you happen to lose one of your succulent squires, perhaps to a bloodthirsty demon, I will be more than happy to be of assistance, however. Ясно. То есть сначала мне нужно поменять. Хорошо. Так и поступим. Фух, вот это эпик. Я нашел все части Авалона. Ну, конечно, спасибо этим гадам, которые писали везде, где я только находил. Везде была только одна информация о том, где находятся его части. И спасибо им за то, что я оббегал всю ту гору. Именно то место, где было указано. Все там перерыл, пытался найти способ пробить валуны. А оказалось, что там ничего. И даже если я пробил, я бы там все ничего не нашел. Оно, оказалось, было в домике. И совсем в другом месте. Обалдеть. Но зато Авалон наш. Фух. Хорошо. Так. Давайте мы теперь с вами. Так, я хочу поменять участников. Так. Поставлю Гарию. А как... А, удалить. Можно удалить? А, можно. Отлично. Возьму секретного дракончика. О, какой ты няшка. Так, пойдем снова в деревню. Пойдем в деревню. И теперь возьму тебя в помощь. If you are unable to find another squire to assist you, I will be more than happy to do so.
If you are unable... Так, ну я понял. Ну и я ж как бы одного убрал. Один секретный дракон у меня есть, или ты не можешь присоединиться ко мне? If you are unable to find another... Или, погоди, или я что-то недопонял. Или я уже сразу могу тебя взять только здесь. Наверное, я просто не заметил, да? Так, чё-то я не понял. Почему ты не берешься? Я тебя собрал, а теперь ты не хочешь мне помогать? Так, хорошо, сейчас я поставлю на паузу, кто решу этот вопрос, вернемся. Так, хорошо, я убрал дракона, и вот теперь он пошла какая-то музыка. Very well. Then you will have the help of Avalon, the Golden Knight. I will surely be a very good use. А, вот все, теперь ты со мной. Я понял. Так, а на тебя какие-то плюшки поставить можно? Опа-на. Использует умение Гайя-Нова. Атакует магией света, подобно королю-наемнику. Использует Авалон-Нова как бою с песчаным червем. Так, хорошо, давай так. Значит, я могу на него, получается, три атаки поставить. Ну, давайте сначала... Используем эту атаку. Хорошо, наконец-таки он с нами. Я уже подумал, что за глюк. Так, я что, не могу сразу двух секретных персонажей взять? Это будет некрасиво. О, да. О, да, Отлично. Капец, мы с вами уже практически 20 минут потратили на то, как я балдею от всего происходящего. Значит, куда нам надо? Так, стопэ. Так, пушка по-прежнему там не работает, ну и фиг с тобой. Нам нужно аж сюда. Старый замок Носвальда. Так, ну у меня там есть портал, если я не ошибаюсь, так что бежать нам не надо будет далеко. Так. Вот, ледяная крепость. Нам сюда. If you pass the hill where you previously fought Duga, you'll find the great bridge that leads to Grantal. Так. Нажму F1. Фух, так, мост, да? Мост. О, какие же вы прекрасные. Ах, да. Я на тебя уже нацепил, что хотел. Становится типа невидимым для врага и атакует дыханием. Отлично, поставлю на тебя эту способность. Так, все, я поставил. Поставил. И на тебя умение Гайя-Нова поставил. Что ж. Погнали, мои секретные ребята. Ну как секретные? Ну секретные. Ну и в то же время не особо секретные. Вот насчет дракона-то, он секретный, а насчет Авалона, ну так себе. Так, а я уже из-за радости забыл, куда мне сказали топать. Мне сказали найти какой-то мост. Так, там наверху ничего нет. Так, мне сказали найти где-то мост. Где-то... Типа где-то тут есть мост. Если я правильно все понял. Так. Ищем мост. Чисто боевая мощь идет. Обалдеть. О, кстати, может вызвать монстрика. А ну-ка.
кто там вылезет к нам. Ух ты. Спать. Да, тут у нас заперто. Понял. Обойдем. Ух ты, столько вас. Здравствуйте. Я вас тоже очень люблю, честно. Так, ищем мост. Получается, он где-то должен быть здесь. Так, тут всякие руны. Абсолютно бесполезные. Так, возьмем. А, я понял, куда нам надо топать. Но хоть плюшку взяли, тоже неплохо. Ведь правда ли? Или не правда ли? Кто думает, а? Кто знает? Здравствуй. Спасибо. Итак, столица империи. Я ж думал, меня выкинуло. That's the Imperial Capital Grand Tall. Неплохой такой город, однако. Технологичный. Just wait, Ragnadam. Так. Спасибо. Блин, наш FPS просело. Но это из-за вида. Тут да, из-за вида оно немножко проседает. Но не страшно. Вообще-то у меня есть одна штучка, с помощью которой меня вы должны пропустить. Я ж ведь ее забрал. А, она у девчонки, наверное. Точно. Девчонка же вроде забрала. Да. Так. Давай поменяемся на секундочку. Так, да, и надо ж нашей девчонке армию взять. Хотя не, они ж не уже стоят. Так, тебе я дам Адама. Ну и Дугу забирай. Вот так вот. Так, а вот императорский камень. Все, положили. Положили. Теперь меняемся. И теперь я иду и забираю этот самый камень. Вот. Вот теперь пошли. Так, Сносвальд. Большой мост, вход. Ну что, стража, пропускайте меня. Ну, как-то так. Хорошо, заходим. Да, дыба. Не получается с одного удара уничтожить эту штуку. Капец, какие ж мощные пушки, а. Блин, все равно ж недостаточно. Мы ослабили тебя. Ну, наконец-то. Так, я сейчас на секундочку поставлю на паузу. И я снова с вами. Так, F1 на всякий случай. Так, ну что ж. Мне интересно, я зашел в это королевство, и тут обитают монстры? Это как-то нелогично. Лично на мой взгляд. Ха-ха-ха!
Тихо, от пушек надо избавиться, пушки довольно-таки выматывающие на нас действуют. Что ж, продвигаемся прямо, тупо прямо. Так, так, пушки, 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 пушки мы ломать. Так, отлично. Так, секундочку. Так, а теперь атакует магией света. Давайте же посмотрим, как он будет магией света атаковать. Что это, что-то он будет такое делать. А, здравствуй, ты кто? А, ну ладно, допустим. Кровавый шлем. Ну, у меня, ну так и есть. Ну, спасибо. Если я сломаю это, я смогу пройти дальше? Угу, ща, конечно. Разбежался. Вы серьезно? Так, многовастенько противников вы на меня кинули. Я из-за всего этого даже не успел видеть, что же он за магию-то использует. Дайте, покажите мне наглядно, что он делает. Так. Иди сюда, Авалон. Покажи мне свою магию тьмы. А ну-ка. Я понял. Ну, как сказать, неплохая магия. Так, и использует вот это вот. Я так и не понял из-за перевода, что именно делает. Так, а ну-ка. Ну, как сказать. Тут, походу, даже я не нужен. Я ничего не делаю, они сами всех выносят. Так, использует Авалон Нола как бы с песчаным червем. Типа он атакует из-под земли? Хорошо, давайте еще раз посмотрим, как он атакует обычной атакой. А дальше уже решим, что использовать. Все, я понял. Обычной Гайи новой он атакует типа как лазерным лучом. А, типа последним третьим пунктом он атакует масштабно на всех сразу. А второй пункт просто атака магии. Вот в принципе и вся суть. Вот, поэтому для него будет удобнее всего, на мой взгляд. Так, магия света и герой. Ну, пускай будет вот так вот. Это нам, думаю, намного эффективнее. Хотя могу и ошибаться. Ну вот. Использовал вот так вот. Атаку сразу на всех. Not bad. Спасибо. Что ж, проход открыт, я счастлив. Вот. И, давай лучше пока магию света поиспользуй. Пускай будет магия света. Так, и что это? Мне тебя надо уничтожить? Я чуть не понял, что делать?
телепортироваться я не могу. Мазафака, бич! Что происходит? И оружие применить нельзя. Типа такая ловушка, из которой не выбраться. Или с этим что-то все-таки можно сделать. Ничего ж не ломается. Да и мои... А, во, сломал. Все-таки ломается. Понятно. Так вот в чем суть всего этого. Сломать все вот это вот. И тогда у нас все с вами будет идеально. О, конечно, жалко, что мои персонажи не атакуют. Это довольно-таки печально. Так, я могу вернуться обратно. Надо пополнить запасы водички. Спасибо. Так, сохранение быстрое. И погнали дальше. Так, ты меня не атакуешь, нет? Ну и ладно. Ну и дальше не пропускаешь. И что с тобой делать? Ты не ломаешься. Ты и вы не ломаетесь. А. Отлично. Ой. Так, ребята, помогайте мне валить его. Так, отлично, босс. Ага, вот. Понял. Давайте, ребята, вы там занимаетесь кем можете, а я сделаю свое дело. Ну уже. При всей моей мощи разбиваются вообще очень медленно. Ну давай, я надеюсь, ты хоть последняя. Так, походу не последняя. Хорошо, что я еще не сломал. Ага. Иди сюда, милая. Так, теперь ломаем все, что есть здесь. Иначе нас не пропустят. Ну, это, думаю, так уже все поняли. Фу. Давай. Что ж ты такая крепкая? Так, ты тоже ломаешься? Или я зря атакую? Наверное, зря. Так, ладно, тут... Ага, здесь меня больше не атакуют. Хорошо. Теперь мне надо вот сюда. И разрушим это. Вот так вот. И это все? Не, я хочу все поломать. Я хочу сломать все до последнего. Дабы никто этим больше не воспользовался. Давай. Ломай, братюша, молодец. Хорош. Фу. Все. Задание пройдено. Продвигаемся к этому императору. Фух, как бы то ни было, я все равно до него дойду. Спасибо. Прокачка сейчас это самое главное. Фу. Ну ладно, хочешь сразиться, давай.
как-то так. А что в сундучке? А, ну понятно. Королевские латы, но они у меня и так есть. Вернее, у девчули. Да, хватит вам появляться. Хотя, в принципе, я не против прокачаться. Но все же я хочу наконец-таки уже дойти до этого императора. И дать ему по шее. Если, конечно, это будет возможно. По сюжету. Понятное дело. Так, F1, на всякий случай. Ого. Ого, а не многовато ли? Кажется, это мне немножко перебор. Так. Слышь ты, мобильная переносная станция. Спать. Где там еще одна катается? Ага. Эту надо уже немножко послаблять. Так, ТПС, хватит проседать. Я понимаю, что тут все массивно, но все же. Так, так, хватит двигаться. Там. Спасибо, что переместили меня на очередную ловушку. Да, эта глава все эпичнее и эпичнее набирает обороты. Так, используй ты свою Гаю новую в масштабе. Так будет куда лучше, на мой взгляд. Понятно. Я всего лишь немного обезвредил минное поле. Опять кровавые латы. Ясно. То есть вот ради чего я сюда топал. И теперь получается, мне нужно сходить на правую сторону и там проделать то же самое, типа, да? Или я в чем-то ошибся? Воу-воу-воу-воу-воу. Так, какой-то мощный ящер попался. Так, ребята, помогайте. А, отлично. Значит, можно и так пройти. Эх, зря, получается, я страдал. Ну ладно. Фу, капец, столько же до этого императора идти-то, а? Так, это не ломается, бесспорно. Так, не открывается. Хорошо. Будем искать способ попасть туда, куда мы хотим. Кого для этого нужно убить? Логично. Ух ты ж ё. Так, ты невидимый хрен. Слышь? Ой-ой-ой, так. Мочим пушки первым делом. Come on.
Блин. Как же ненавижу, когда вы от своих питаетесь. Фу. Так, опять? Ладно, давай уничтожим всех твоих подданных, так скажем, раз по-другому с тобой нет, как. Блин, долбаная защита ледяная. Да хватит призывать. Ну наконец-то, падай. Фух, еще с одним разобрались. Так, сохраняемся. Фу, ворота открыты. Все это ради открытых ворот. Так, ящики. Да мне не жалко этих ключей. Могу еще купить. Браслет. Кровавый лад. Нафига они мне? Все на мне уже надето. Может, позже нам перед финалом еще какие-то крутые шмотки дадут. Но я не знаю, судя по виду, круче некуда. Хотя. Фу. Капец, я не перестаю радоваться своей пати. Класс, меня одного оставили. О, опять пушки. Хватит эти пушки. Так, помогите мне завалить. Спасибо. Так, падай, падай. Отлично. Я пошел дальше. Здрасте. Так, F1 на всякий случай. Так, ты у нас тоже бессмертный? Нет, не бессмертный. Значит, тебя можно убить. О, заморозился, это хорошо. Фу, я-то думал. Так, нажмем F1 и освободим темное существо, заточенное здесь. Еще один такой же, но немножко крепче. Ясно. О, заморозили его, молодцы. Или это я его заморозил? Кто его знает? Так, дракон, как ты посмел умереть? Так, таинственный свиток, спасибо. Так, и давайте перенесемся обратно домой. Фу, так, подкопим. И что самое главное, распознать. You're coming here to find sweet deals. Так, я мебель. И это все. Many thank yous. Хорошо, взяли для стрелка новые открытия в плане навыков. Так, быстрое сохранение и топаем дальше. Капец. Какая же большая это у него империя. Так, пушки. Ребята, мочим пушки. Пушки реально бесят. Фу. Все, не обращаем больше ни на кого внимания, бежим. Отлично. Это все или еще? Когда ж я уже дойду до финала этого уровня? Так, ты кто? Ага, а зайти можно? Не, ну зайти пока не хочу. Так, давайте осмотримся.
Так, войти могут те, те, кто нарушил закон. Your Excellency, Ragnadam the Third. Please, I beg of you, please forgive me. I am so sincerely sorry from the... Ну да. Ясно. Что ж, этот император посадил под замок этого чела. За то, что он вытворял. Это, конечно, хорошая новость, но, судя по амбициям этого императора, то он и сам не очень хороший человек. Вот такие дела. Хорошо, двигаемся дальше. Так, опять дракон. Ну иди сюда. Так, отлично. На геокрепость кто-то собирается напасть. Вот. О, какой ты красавчик. А можно закончить это задание и никто базу атаковать не будет, а? Или я слишком многого хочу? Наверное, да, слишком многого. Здравствуй, еще дракон. Хорошо, что он не бессмертный, это уже радует. Так. F1. Ну что? Я дошел до финала. Ну, наверное, да. Да, не подумайте, это не финал игры. Наверное. Так, и пушку нельзя использовать, это прискорбно. Спать. Так, ядро. Так, ключ. И что ж нам тут дадут? Заклинание света, шляпа героя и рыцарь Тора. Ага, понятно. Для кого-то улучшение. Так, давайте мы закончим наконец-таки эту главу. О нет. Все же, думаю, придется обороняться. Да. Обороняться нам придется. Ладно. Ну, тут у нас есть пушка, так что никаких проблем. Ага, нас под земли атакуют. Хорошо. Так, пушка у меня есть, все есть. Сирил! А, опять ты. Хорошо, я заберу. Спасибо. Так, и куда теперь? Ага, сюда. Я все понял. Сейчас мы защитим эту крепость. Ой, так хотя я ее уже прокачал так, что... Она и сама за себя постоять может. Неплохой арбалет я себе взял. Стреляет вообще бешено. Как пулемет. Класс. Одобряю. Так, ну давайте мы займемся боссом. А, мы же под землей. Я не могу пушку под землей использовать. А, беда. Так, уничтожаем всех, кого видим. Великаны уничтожены, и это не босс. А, невидимые. Ясно.
Тут тоже такая есть. Так, значит, давайте пойдем вот сюда. Отлично. И одна здесь. Отлично. А, так, и боссы. Боссы. Хочу босса. Здравствуй, босс. А ты крепкий. Но тебя это не спасет. Раз, стрелять. Отлично. Фу. Что ж, это было довольно неплохо. Не, пушка реально классная. Я все время тогда думал, использую магию. Сама магия слабая у нее. Я уже столько книжек понакуплял, а... Она только самой книжкой больно атакует, а магия вообще никуда. И тем более, магия тратится просто бешено на заклинания. Поэтому взять арбалет было самым лучшим делом. И то, что я нашел вот такой вот скорострельный, это просто... Просто жесть. С таким арбалетом подойти врагу будет крайне сложно. Только если у него просто адамантиевая броня. Что ж, крепость, как сказать, фу, отстояли мы свой домик, а теперь идем заканчивать главу. Так. Так, оружие убийца, спасибо. Упс. Так, я понял. Надо будет нам кое-что сделать. Я не против. Ломать. Конечно, жаль, ребята, что вы мне не помогаете. Уже этот уровень закончится. Фух, кошмар. Это реально долго. Я ж уже успел утомиться малость. Так, а тут еще где-то есть наподобие, да? Или как? Так, и тут можно поломать. Ну, раз можно, то почему бы и нет? Потому что дальше нас не пропустит. Конечно, я могу пробежать. ХП и лечилки мне это позволят сделать. Но все же давайте по-честному пройдем. Это место. Вот, вроде бы все. Теперь нас должны пропустить, по идее. Так, а чего я не уничтожил-то? Чё, это тоже считается? Да, я думаю, вряд ли. Так, а что тут у нас за секретка такая спрятана? А, понятно, кольцо какое-то. Так, значит, сюда нас не пускает. Тут, что ты мне скажешь? Ничего полезного ты мне не скажешь. Ага, и тут та же самая ситуация. Ясно. Ну, хорошо, тогда давай поступим так. Зайдем сюда и тут все поломаем. Так, ну вы там, ребят, разбирайтесь, а я побезобразничаю. Совсем малость. Этот звук означает, что что-то произошло хорошее. Наверное. Может быть, меня наконец пропустят туда, куда я хочу. Ага, все, ловушки больше не действуют. Фу, отлично. Where's Ragnadam? Tell me!
You've come to see my brother? You may find him inside. By all means, please enter. My name is Kathiana, by the way. And you are? Huh? Oh, my name's Toma. It's a pleasure to meet you, Toma. Please give my regards to my brother. Что ж, побеседовали. О, да, портал. Отлично. Я на всякий случай лучше возьму немножко лечилок. Так, Носвальд, зал императора, вход. И вот теперь я войду. Сделаю быстрое сохранение и пошли. Ура! Вот и ты. It seems a squeaky little mouse has snuck its way in. Ragnadam, you pig! We finally found you! With that lovely attitude, may I assume you haven't come here to join me? Of course not. I've come to make you stop the war you're waging against the Magnus. Sorry, but that's not on my agenda. But it's a good thing that you're here. Now I can capture you and use Shining Force exactly as I'd planned. Серьезно? Драка? Так, ребята, помогайте. Долбить его всем, чем имеете. Ну чё? А? Съел? Братец. Чё скажешь, своё оправдание? I don't believe it. To think that I should be defeated by this child. I wasn't chosen to be Herodor for nothing. Order the Nozwald army heading for Fearlant to withdraw. Now! If you refuse, you know what'll happen, right? No. I refuse. I will not recall my army, no matter what you do to me. Why do you want this war so badly? You know that if you go on like this, you'll awaken Mal'Zahtra, don't you? Why are you determined to resurrect Mal'Zahtra? Are you crazy? Do you want to destroy the world? Destroy the world? What a ridiculous thing to say. You simpletons could never understand such heavenly aspirations as my own. Indeed, I most certainly intend to resurrect Mal'Zahtra. But that is only because I have learned how to destroy him once and for all. The power to cleanse the darkness which once resided in Shining Force over 3,000 years ago is needed to destroy Mal'Zahtra. But it was lost when the Holy Sword was tainted by evil beings. So if those evil beings are destroyed, the stain on Shining Force will be purified and its godlike powers will return. Those evil beings are none other than the Magnus. The Magnus tainted Shining Force. How do you know that? The Magnus worshipped Mal'Zahtra, according to facts that surfaced after I was crowned Emperor. Mal'Zahtra's resting place is deep beneath the grounds of the Crimson Palace, the stronghold of the Magnus. Descendants of the evil beings who tainted the Holy Sword still guard Mal'Zahtra's resting place to this day. They will not get away with this for much longer, I assure you this. But if Mal'Zahtra is resurrected, a lot of people will die. You have to realize that. For everything, there is a cost. And no matter how much needs to be sacrificed, I must follow the path of good. Besides, if Mal'Zahtra were to be resurrected, the first to suffer would be the Magnus.
Taking advantage of that chaos will provide a chance to destroy the Magnus once and for all. The world will be free from fear once the Magnus and Malzahtra have been eliminated. We will have pure, everlasting peace in the world at last. So if you wish to strike me down, then so be it! But my loyal army will not be kept from continuing this righteous path, even in my absence. Что ж, мы закончили с вами данную главу. И на нее мы потратили 1 час. Неплохо. Ну и поскольку... Сейчас я остановлю уже запись, смысла нет. Так, уже у нас половина, точнее без 27. По моим часикам на время записи. Уточняю для особенных. А то мне некоторые пишут, что ты говоришь одно время, а сейчас другое. То есть это я таких людей не понимаю. Ну да ладно, не об этом. Так вот. Значит, поскольку я днем уезжал по делам и, соответственно, потерял время с половины 10 до половины 2. Вот. И за это время еще мог где-то серии 3-4 записать. Вот. К 1:30 я пришел и продолжил для вас запись. И вот по сей момент записываю. И поскольку у меня времени остается совсем немного, всего лишь 30 минут, час максимум, поэтому следующую серию я уже записывать не буду. Это буду делать уже завтра. И возможно завтра я уже и завершу данную игру, так как если верить Гуглу, то всего в этой игре глав пи. Вот. А поэтому... Так это или нет, узнаем завтра. Ну а сейчас давайте посмотрим, как же начнется следующая глава. Собственно говоря, сохранимся и на этом happy end. Сохраняем данные. Глава 13. Countdown. Отлично. It seems to be over. I have a bad feeling about that earthquake. It felt unnatural. It could be a bad omen. Lady Raimshion! The gate! The gate! Why? Why has this happened? What is it, Lernazel? Look! The gate! The Never Gate is opening! Impossible! The Nether Gate has never opened like this before. Why is it opening? It shouldn't open unless the gate seal is broken by the Holy Sword. Could it be that... The ship is awakening as well? I cannot pinpoint the exact location of Malzahtra. The last known location of Malzahtra was on a ship called the Gusk. Then where is the Gusk? It is said to have crashed in an area southeast of the Geofortress. It seems to be somewhere near the Magnus stronghold, the Crimson Palace. Does that mean that what Ragnadam said is true? About the Magnus worshipping Malzahtra? Wait just a minute here! Stop making all these assumptions! I've never heard the Malzahtra ship is in the castle's basement! Plus, we Magnus are really scared of Malzahtra. Why would we worship someone like that? All right, you're right. Knowing Ami and Falkland, I can't make myself believe that Magnus are evil beings. Th-
Then Ragnadam is wrong about the stain on the Holy Sword and how it can be cleansed by destroying the Magnus. It would be unwise to use such blanket statements such as right or wrong. Such a strategy as Emperor Ragnadam proposes has never been tested. For now, we have no concrete basis as to how Shining Force will be able to recover the power it once had. Once Shining Force has been cleansed of its stain, the power of both holy swords shall unite and resurrect the godlike power that will eliminate all darkness. This is a quote from ancient scriptures, and it is the only clue that remains of how to defeat Mal-Zahtra. So, basically, we can't be sure about anything. Oh no. Hey! What's going on, Zenas? A huge energy reaction is coming from the crash site of the Gusk. The amount of energy here... this is most peculiar. It is hard to imagine, but there is a possibility that the Gusk may have been reactivated. What? That can't be. There's no record anywhere of that ever happening before. Even when Mal-Zahtra returned, the Gusk always remained dormant. You are absolutely correct, Mr. Cyril. But consider this energy reaction. This could have something to do with Mal-Zahtra's premature resurrection. In the case that there is more energy than is needed for Mal-Zahtra's resurrection, the surplus could be flowing into the Gusk. Let's get to the Crimson Palace then. We should see for ourselves exactly what's going on here. Что ж, такие дела. Такая команда тут стоит. Ну, давайте пообщаемся. First things first, I'd better go have a look at the chief of the Magnus and see what all the fuss is about. And word on the street is that she's quite a babe. I've heard that Mal-Zahtra's ship is the root of all misfortune. My grandmother used to say that it stained the heavens with darkness and scorched the earth. Could it be that the Gusk's defiling of our land is why the elves are unable to bear children? In the end, this is how it has to be. The gears of fate can't be stopped, can they? Don't give up, Cyril. I don't care who we go up against, we'll get through this somehow. My people, the Crintal, banded together with the Magnus about 1,000 years ago to help each other out. There's no way the Magnus would ever follow Mal-Zahtra. They're good people. No matter what happens, the world will not be destroyed. I will not let it happen. Searching database for the Crimson Palace. The Magnus Fortress floating in the crater of Mount Firgerum. Lair of the Chief of the Magnus, Lady Rimshian. Population, insufficient data. Male-female ratio, insufficient data. Race demographics. Магнус, вампиры, The Quintal, Other. Спасибо за ценные сведения. Так, а с тобой Авалон поговорить никак? Ну, ты, в принципе, бонусный персонаж, поэтому с тобой говорить-то особо и, походу, нельзя. Так, ну, хорошо, давайте мы спустимся вниз. Так. И теперь войдем обратно. Дабы все стало на свои места. Отлично. Ну и в принципе, что, на этом можно завершать данную серию, как я и хотел. Я довольно неплохо набил 61 уровень. Ну, нормально. Уровень тут набивается не так, как в предыдущей игре. Там я всю игру прошел и уже почти максимально 200 набил. А тут уже большую часть игры прошел и только 61. Ну ладно.
как бы то ни было, увидимся в следующей серии. А на сегодня все. Всем пока-пока.